Уважаемые участники Русского космического общества, мы рады приветствовать вас в нашем институте Международном дни космической антропоэкологии имени академика Казначеева, который существует и был создан академиком Казначеевым около четверти лет назад и сейчас развивается в разных проектах. Один из них, главный, которому посвящена книга, которая издана под эгидой Русского космического общества и нашего института. Вот она увидела свет совсем недавно. И посвящена проекту, который был начат на Диксоне в 1989 году, когда появились первые зеркала Козырева. Мир еще не знал. Он знал только еще идеи Николая Александровича Козырева о том, что в мироздании существуют потоки энергии времени. Их удается сконцентрировать, сфокусировать с помощью особых устройств, которые были вмонтированы Козыревым в его телескоп. Козырев мечтал о том, что начнутся исследования пространства, энергии, времени по отношению к человеку. И когда появились первые зеркала в 1989 году на Диксоне, открылась новая страница. Наука, российское сознание получило новый исследовательский инструмент, который в память о Николае Александровиче Козыреве был назван «Зеркалами Козырева». Они запатентованы в России, долгое время патент был действующим. Они не имели этого названия в патентах. Это были устройства для коррекции психосоматических заболеваний и устройства для коррекции биофизических полей человека. То есть сразу декларировалась основная цель помощи человеку в трудных ситуациях с его здоровьем нестандартными способами. Но когда мы ушли от клинической базы и главным для себя сделали исследования, научные исследования, они как базисные, фундаментальные, чтобы узнать больше о том, что скрывается вот в этих зеркалах, единственных в мире, остающихся до сих пор единственными, генуинными, подлинными зеркалами Козырева. Попыток создать другие зеркала очень много. Зеркала Козырева на устах у многих, особенно после выхода в свет фильма «Зеркала. Прорыв в будущее». Искушение создать в домашних условиях машину времени и покататься по ней, оно понятно. Но здесь очень много есть опасных моментов, которыми я хотел бы предостеречь тех, кто увидит эту запись. Исследования должны опережать помощь человеку в зеркалах. Легко назвать зеркала Козырева, зеркала Козырева-Казначеева, но труднее взять ответственность за последствия перед здоровьем тех, кого ты приглашаешь в эти зеркала, а может быть еще более серьезная ответственность перед будущим. Поэтому я призываю тех, кого интересует эта тема, концентрироваться вокруг наших научных проектов, которые мы продолжаем и собираемся их продолжать дальше совместно с Русским космическим обществом. Эта книга лишь первая ласточка, первый совместный проект. Мы хотели бы, чтобы они были совместными исследовательскими проектами на хорошем междисциплинарном уровне тех физиков, авангардных физиков, которые видят будущее физического мироустройства близко на тех позициях, которые видим мы, живое вещество. Поэтому я призываю работать вместе, и премьера Новосибирского отделения Русского космического общества, можно сказать, состоялась. Мы благодарны Президиуму Русского космического общества и тем, кто принял непосредственное участие в издании этой книги, потому что она очень важная, верительная грамота тех правил, как вести себя в пространстве Козырева.